So what we have is infrared drying. We have a product that's clean plate to clean your printing plates during production. Значит, первый продукт – это инфракрасная сушка, которая устанавливается в машину. Следующий продукт – это так называемый clean plate, чистящая каретка для клише в процессе работы. And ink command – that is a temperature control system to keep the temperature of your ink. И система ink command – третья – это система поддержания постоянной температуры краски в красочных ведрах для соблюдения уровня pH и вязкости. So a little bit about the history and the achievements we have done with JB Machinery. So the company was founded in 1998. Ну, может быть, немножко об истории компании. Компания была основана в 1998 году. And during the years after that, we have developed a number of products to optimize your printing process. И компания занялась как раз разработкой, оптимизацией, так сказать, технологического процесса печати. So the most important, and due to a little bit of time what we have, we're actually picking out the dryers. Ну вот здесь вы можете видеть как бы некие вехи развития компании, что в каком году было, так сказать, изобретено. Вот последнее, скажем так, изобретение – это система ink command, система поддержания температуры, ну и, соответственно, соблюдение качества краски. Это 2016 год, совершенно свежая разработка. So in command and clean plate, but Irina explained it already, I think. И также, так сказать, новая 2016 год, также новая модель clean plate. Это каретки для чистки клише. So we installed over 2,000 infrared dryers in the corrugated industry. Что касается инфракрасных сушек, то они, поскольку себя очень хорошо зарегламентовали, то с тех пор поставлено больше 2000 инфракрасных сушек в 50 различных странах мира. Вот здесь вы видите, можете видеть как бы основных. Yeah, these dryers are installed in a number of groups or private companies. Как бы название групп компаний или отдельных компаний, которые работают уже с продуктами JB. Ну, наверное, у нас в стране достаточно известно David Smith. Компания, такие компании-производители оборудования, как Bob's Group, Dongfang, Guildford, Highcore, LMC, Markport United, уже как бы, если их заказчик просит оснастить сушками свою машину, то они работают напрямую с JB и поставляют вам, если вам поставлена машина, допустим, сушка инфракрасная, это будет 100% сушка JB. So quickly, why you should buy the JB infrared dryers? One of all, it's the safest infrared dryer you can get at this moment on the market. We have the highest performance with infrared drying, and we optimize the quality of your print. Значит, почему как бы мы предполагаем, что при выборе инфракрасных сушек, если вам такие потребуются, вы будете отдавать предпочтение компании JB? По той простой причине, что когда вы поближе рассмотрите сушки JB, вы увидите, что это полностью автоматизированные системы. So relative to the safety of infrared, because there is always a risk of fire, we have constructed the dryers that all surfaces are below auto ignition temperature of paper. Ну и скажем так, во главу угла мы также ставим безопасность производства, и в системе предприняты все меры к тому, чтобы не возникло воспламенение на этих машинах. Furthermore, we have installed a Sentinel technology, which is a laser detection system over the dryers, so in case something falls on the dryer, it will automatically be shut up. Такую безопасность обеспечивает система лазер, ну, скажем так, предохранительная лазерная система, которая с помощью пучка лазерных лучей, как сказать, как страж охраняет ту поверхность, которая может подвергнуться воспламенению, и, соответственно, если что-то как бы пересекает лазерный луч, какая-то пылинка или соринка, соответственно, машина полностью сразу останавливается. When it comes to performance, we have printing, die cutting and finishing of the boxes in high speed. And we optimize your quality through dry trapping and minimizing or eliminating smearing, tracking and ghosting. Ну и, соответственно, установка данной системы, она способствует ускорению производства, способствует снижению простоев машины, в частности, на чистку клише,
таким образом и оптимизирует, соответственно, качество печати. So, here you see some pictures of the dryers. А вот здесь вы видите несколько примеров, как выглядит инфракрасная сушка в машине. Our dryer is a cassette system, so every cassette has a width of 15 centimeters. Вот это как бы такая кассетная система. Каждая кассета имеет ширину примерно 15 сантиметров, не примерно, простите, 15 сантиметров. And every single cassette can be switched on and off. So we и can... каждая кассета может быть включена или выключена независимо одна от другой. So we can set the dryers within your sheet size and even on the sheet size. То есть в зависимости от размера, так сказать, запечатки, и именно на той стороне листа, где находится печать, то есть где находится краска, то, что нам нужно высушить, соответственно, там автоматически включается необходимое количество кассет. It's easy to maintain, easy to clean. You can easily take out cassettes of that system. Система очень проста в управлении. Вот на этой фотографии вы видите, как монтажник просто вынимает одну кассету для замены или для чистки. Как правило, идет в комплекте запасная кассета, то есть вам не нужно останавливать надолго всю машину, вы просто вытаскиваете одну кассету, ставите на ее место другую, запускаете в работу, а тем временем, ну, с той кассетой, с которой необходимо что-то сделать, там заменить или почистить, вы, соответственно, можете какие-то манипуляции производить. We have two different types of installations. So in closed machines we have a drawer system where you can slide the dryer towards you for inspection and cleaning. And on pit machines and high bore line machines we have a pivoted system. В зависимости от того типа машины, то есть есть машины с нанесением печати сверху и снизу, как вы знаете, в зависимости от этого мы, соответственно, можем устанавливать наши сушки либо снизу, либо сверху, как вот вы видите на четвертой картинке. And lowering of the pivoted system can be either manual or motorized. So here. Here you see the motorized system. Это система, ну как бы она, с механическим приводом, то есть она открывается и закрывается нажатием кнопочки. So this is the system we can use for high board line machines or pit machines. То есть это машины, которые, скажем, можно эти системы использовать и в раздвижных машинах, и в машинах фиксированного типа. So safety, we were mentioning Sentinel. This is the laser detection system. Вот здесь более подробно показана система защиты от возгорания. Where we're looking with laser beams in this direction over the dryer. То есть вот здесь установлены сбоку лазеры, ну, как сказать, пучок лазера выходит вот из этой установочки. The distance between the laser beams is 1 centimeter, so it's very close. И, скажем так, они очень близко проходят к поверхности сушки. Значит, нужно сказать, здесь стеклом закрыта поверхность сушки. If any piece of paper or a board or a sheet, a part of a sheet is falling on the dryer, Sentinel will detect it and will shut off the dryer, and we will also stop the infeed of the machine. То есть, если в случае попадания по какой-то причине листа или каких-то небольших частиц картона, они пересекают этот, так сказать, лазерный пучок, и, соответственно, машина останавливается, причем останавливается сразу, начиная с узла подачи. То есть, работа сушки полностью синхронизирована с работой машины. Optional, we have Vision Master, which is a camera system to look over the dryer. Опционально предоставляется также система, так называемая Vision Master, то есть это контроль за тем, что непосредственно происходит на сушке. This gives the operator the possibility to take a look in your machine. То есть вам нет необходимости открывать машину, оператор сразу видит, что происходит внутри, на какой сушке. To see if anything has happened above your dryer. Furthermore, we have digital video recording of 48 hours of your production, which can be... Также ведется запись производства, и, скажем так, за какой-то период времени
на 48 часов. За 48 часов у вас как бы идет запись, и если там что-то может быть происходило и так далее, все это можно посмотреть в видеозаписи. So in case the Sentinel is closing down the dryer needs to be reset manually. And while resetting, we do that with the reset button. Скажем так, перестартовать, скажем, сушку можно либо сказать, ручным способом, либо это происходит автоматически, либо, так сказать, кнопочкой. So when we're resetting the dryer, we're also registering what has happened, where it has happened, and when it has happened. So, то есть, когда вы вручную останавливаете по какой-то причине работу сушки через эту кнопочку, то, соответственно, нужно обязательно, с вас будет требоваться как бы отчет, по какой причине вы остановили, на какой секции произошла остановка и так далее. Yeah, so that we know exactly what happens in your machine. То есть, чтобы вы всегда знали, что произошло, в какой момент времени на вашей машине. Just a couple of study cases to show what drying can do for your machine. This is on a top printing machine. Ну, скажем, вот несколько практических примеров. Так сказать, машина печать, с печатью сверху. This is on white top, so no coated paper. То есть печать была, производилась на картоне серии white top, то есть белый с белым покрывным слоем. This customer was running the four color job with 8000 without the dryers. And after installing the dryers, he was able to run it 18,000. Да, до установки производства, до установки сушек производство такого вот винного ящика занимало 8, значит, они производили 8000 штук в час. После установки сушек производительность возросла до 18000 листов в час. So they gave him a productivity increase of 125%. То есть, так сказать, сами видите, что производительность возросла на 125% на той же машине, не на новой. Same machine, different order, with a solid print of black. It's a three-color job, run without the dryers with 4,000 sheets. After installing two dryers on that machine, with 14,000. Также на белом байтопе, вот видите пример, была трехцветная, так сказать, машина. До установки сушек 4000 коробок в час, после установки 14000 коробок в час. Производительность 250%. Ну, это тут немножко промелькнуло, они были удостоены специальной премии, так сказать, за эти все изобретения. So again here, but now on semi-coated paper, which is even more important to use dryers, because the ink is staying on top of the sheet, it's not absorbed by the paper. Ну, скажем так, чтобы привести примеры вот из другой области, в том плане, что на, так сказать, работа сушек на других покрытиях, не обязательно только на белом картоне, вот, так сказать, полухимическое какое-то покрытие. So it's a four-color process and three spot colors and die cutting in line. Тот, вот, допустим, ящик, который слева, да, он производился, значит, с четырьмя, так сказать, вот. Он производился, значит, четыре обычных цвета и три каких-то специальных цвета. И плюс еще, так сказать, после этого, так сказать, на ротационной высечке высекался. In 1999 this machine had one interstation dryer, in between dryer from us. В 99 году, это вы видите, самое начало деятельности фирмы было, они установили одну межсекционную сушку. And they could run this job in three passes through the machine. So the first two passes was one pass with four colors, the second pass was... И, соответственно, они снизили количество как бы проходов от того же самого заказа через машину, через эту машину, то есть за два прохода они печатали все четыре краски и три специальных краски со скоростью 3000 листов в час. So the second pass was with the three special colors at 3000 sheets an hour, and then the third pass was die cutting at 9000 sheets per hour. То есть за третий проход они, так сказать, уже резали, да, высекали, и скорость, производительность была 9000 листов в час.
In 2006, we have installed 3 interstation dryers, infrared dryers, and 1 final dryer with IR. В 2006 году на той же машине установили еще 3 межсекционных сушки и одну сушку в конце. Вот это финал, это сушка, которая устанавливается в конце машины. And now he was able to run it in 2 passes, so 1 pass was the 4-color process job, and then the second pass was the 3 special colors and die cutting. Они, так сказать, стали работать опять-таки в два прогона, но, так сказать, первый прогон 4 обычных цвета и 3 цвета за дополнительных цвета за второй прогон и, соответственно, высечка. It gave a productivity increase of 250%, and for this customer the return on investment was 9 months. То есть таким образом, если как бы брать от начала до производительности, которую они достигли на одной и той же машине, то есть у них производительность на этой машине выросла на 250%, и срок возврата инвестиций на данной конкретной машине составил 9 месяцев. So then we move over to CleanPlate. CleanPlate is a device to keep your printing plate clean while you're producing. Сейчас мы перейдем к следующей нашей, как сказать, фишке. Это так называемая CleanPlate, каретка для чистки клише во время работы машины. Yeah, so why clean plate? It's maximizing your productivity again. You don't have to stop for washing your plates. Зачем нам нужна вообще это clean plate, да? Это каретка для чистки машины. Для того, чтобы не останавливаться во время работы для очистки клише, если появляются марашки или какие-то там какие-то грязнульки. Clean plate is a dry process and it's taking away the dust particles from your printing plates, but it's also keeping your color variation to a minimum, and you will have less plate damage and also less wraps because your ink is not drying on your printing plates. Ну, также частички краски могут, в принципе, засыхать на клише и тоже оставлять какие-то следы на печати. CleanPlate постоянно ходит как бы вдоль всего клише, и, так сказать, у вас клише постоянно чистое. Here's a little movie of clean plates while the machine is вот running. Здесь небольшое видео, вы видите, как происходит процесс печати, и каретка, как бы она входит и все время чистит клише. So what we're doing, we're actually taking away the rest film of ink where the dust particles are in. То есть все равно на клише остаются какие-то небольшие, могут быть частички краски наноситься, что-то может попадать, пыль какая-то и так далее. То есть вот это в течение работы постоянно у вас оно чистое. Вот этот ролик, который в середине, он как бы так немножко сдвигается, это чистящий ролик, и, соответственно, он все время, когда он чистит чистой поверхностью, то есть он не только так ходит, но еще и вот так. So I'll switch over to some case studies as well, what it means for the producer. Скажем, опять несколько практических примеров из реального производства. And we start again. We start again with a white top. This is an order of 12,000 sheets. Значит, мы опять-таки начинаем с производства на белом топе. 12 тысяч листов в час была скорость производства. This converter had to stop every 600 to 700 sheets to clean his printing plates because of dust. Значит, для, так сказать, того, чтобы, ну, обеспечивать чистоту поверхности, то нужно было останавливаться через каждые от 6 до 700 листов нужно было останавливаться на заказе в 12 тысяч листов. И останавливаться нужно было на 5 минут, чтобы промыть именно клише, почистить клише. It was meaning that the job of 12,000 he was running in 3.5 hours. То есть вот эту работу 12 тысяч листов, да, они выполняли по этой причине за 3.5 часа. After installing the clean plate units, he didn't have to stop. После установки вот такой каретки для чистки клише, соответственно, они просто уже не останавливались, клише было всегда чистое, поэтому эта работа была сделана за 2 часа. То есть полтора часа производственного времени сэкономлено. This is another situation where a customer had a semi-coated paper job. This is a trial job, what he did for Procter & Gamble. Ну, вот здесь следующая ситуация на другом типе картона. Вы видите, это продукция Procter & Gamble.
And this customer had to stop every 1,000 sheets because he had trouble with, as you can see here, paper dust. Да, да. И для достижения, скажем так, качества печати, вы видите, вот на втором, на первом образце, ну, как бы справа, там видны некие мурашки, им нужно было останавливаться через каждую 1000 листов для того, чтобы, ну, как бы промыть голубое и оранжевое клише. So he mainly had to stop for the blue and the Procter & Gamble orange. То есть они, ну, как бы соблюдали свой фирменный цвет, Procter & Gamble оранжевый. For that it took him 52 and a half hours to produce the 100,000 sheets. И вот эти 100 тысяч листов, да, они делали вот эту работу. 100 тысяч коробок, простите, делали эту работу за 52 часа, потому что они постоянно останавливались. To help this customer, we installed two clean plate units, one for the blue and one for the orange. После того, как клиент установил каретку для чистки клише на оранжевой и на голубой краске, and this didn't solve his problem completely, but it ended that he had to stop every 8,000 sheets. То есть там возникали тоже некие вопросы по, так сказать, отмарыванию, и, но тем не менее клиент уже останавливался только через 8000 листов. But stopping was not for the blue and the orange, but it was for the rest of the process, the process colors. И, собственно говоря, он останавливался не из-за оранжевого и синего, потому что на них были уже установлены сушки, а из-за других цветов. And then he could do the job in 22 hours. Ну и вы видите, что такую работу он заканчивал за 22 часа вместо 52. And today he has clean plate units on all his printing units. Yes. И на сегодняшний день как бы все секции этой машины оснащены вот такими чистящими каретками clean plate. So this is actually our favorite. It's on fully coated paper. It's a gold solid print. And I think that you as a printer know that printing with metallic polish is very difficult. Вы люди, как бы все, наверное, связаны с производством, знаете, что самое тяжелое – это нанесение золотой краски. Running, так, то есть с металлизированными частицами. Running this box would take him more than 5 hours to produce, and with clean plate units on all his units, it was less than 2.5 hours. То есть до установки clean plate, допустим, вот такую работу они делали за 5 часов, после установки clean plate – за 2.5 часа. This is an acceptance trial on a fixed frame machine, 7-color machine, which had a quality control camera system and an automatic print defect sheet ejection system. So every box which was not correct was being ejected. Ну, естественно, имеется как бы система управления, система контроля качества, оснащенная камерой, оснащенная автоматикой. Есть система как бы обнаружения, ну, скажем так, дефектных или некачественных листов, система удаления этих некачественных листов. So this is actually the screen of the machine itself, which is telling that the total sheets of that order was 5,319. Все это отражается у вас на дисплее машины. After the job, the number of correct sheets was 5,309. Вы видите, сколько, допустим, полное количество листов, которое должно было быть произведено. Затем из этого полного количества листов, ну, скажем так, идеальных, да, правильных листов, вот так. So only 10 sheets were ejected from that order. И, скажем так, какое-то количество листов, это вот третья строчка, которая, ну, они считают, что это с неким браком было произведено. This was the order they were running. So it's a solid black. То есть вот эти, например, если посмотреть вот этот пример, это печать черной краской. The second trial was on semi-coated paper, running with 8,000 sheets per hour. The maximum, the total order was 10,000, and they had a 3% rejected. То есть вот после установки clean plate. Количество отбракованных листов на черном цвете составляло меньше 0,2%, то есть 10 листов, и стоимость, то есть, простите, опять количество на красной краске составляло, ну, где-то порядка 3% отбракованных листов. In both cases for the acceptance trial on that machine, there were no stoppages for washing the printing plates. При этом нужно учитывать, что они не останавливались на промывку клише. So the last new development we have done is called InkCommand. It's an system which keeps your temperature of your ink at a stable temperature, which is.
И последнее, это сказать, разработка фирмы, это так называемый InCommand, это система постоянного поддержания температуры краски. So InCommand is an in-press ink management system that controls and adjusts your ink temperature. То есть она контролирует и регулирует температуру краски. And while we're balancing your temperature, we're monitoring the viscosity and the pH of your Потому что от температуры краски зависит, соответственно, вязкость и pH краски. InCommand has been developed especially for our corrugated industry, and it's a maintenance-free system, and there is no contact between our system and your flexo ink. Эта система была изобретена специально для именно гофропроизводства, и она как бы спроектирована для них, и она абсолютно как это без не требует технического обслуживания этой системы. So flexo inks are actually designed to run at an ideal temperature between the 18 and. Мы знаем, что флексокраски, они оптимально используют флексокрасок происходит при температуре 18-22 градуса. 22 degrees. So outside this temperature range, you will have problems with your pH and your viscosity, because that will change dramatically. Ну, если как бы внешняя температура в цеху возрастает, то у вас могут быть проблемы и с pH, и с вязкостью краски. So normally, on the normal way, we're correcting pH and viscosity by putting adjusters to the ink. We're also changing the recipe of the ink, which could reduce the color density, give improper drying times, extreme viscosities. So the balance of the ink is then destroyed. Ну, то есть поддержание постоянной температуры краски, соответственно, позволяет нам поддерживать постоянный уровень pH и вязкости краски, что дает вам стабильное качество печати. And so what are the specific effects of temperature on ink? As ink temperature increase, the volatiles or water or amines is evaporating from the ink. Which caused the pH to drop and the viscosity to rise. Ну, то есть вы знаете, что при возрастании температуры краски pH понижается, а вязкость возрастает. So the changes in the pH will also affect your color. The color brilliance, the viscosity and the trapping. Соответственно, при изменении pH влияет на качество краски. Ну, на вязкость ее и на способ нанесения. And changes of viscosity is, of course, affecting on the ink tech level, so your ink gets more sticky. And the flow characteristics will be changing as well. So your ink, when your ink is higher in viscosity, it will not flow more than in the normal situation. Ну, соответственно, изменение вязкости краски также негативно влияет на ее нанесение, на характеристики потока краски на, как сказать, ну, негативно влияет. Yeah, and high viscosity will, of course, cause earlier dot gain and bridging and plugging of your printing plates. Ну и, соответственно, у вас таким образом больше загрязняются и печатные пластины, и как бы возникает больше, ну, менее качественная, получается, менее качественная печать. So during testing, what we have done, this is an example where we brought the ink at a temperature of 27 degrees Celsius to the machine. Вот мы, например, делали такие исследования возрастания, что происходит с краской при возрастании температуры. And then we measured what will happen with the temperature if we do nothing with the temperature of the ink. So it steadily goes up, and then it goes actually very fast to 29 and even higher in temperature. То есть при возрастании температуры краски там, от 27 там, до 29 градусов, вот в этом промежутке очень, так сказать, сильно падает это что? Сейчас он объяснит. So the black line is actually the ink which was treated with our ink command system. So it came at the machine with 27 degrees Celsius. And we brought it actually within 5 minutes to roughly an 18 degrees Celsius. And then during the run of 1 hour, we kept it at that temperature. So when you look then to the temperature compared to what it does with the pH,
So this red line, where the temperature goes up, is actually causing your pH to drop. Вот на втором графике лучше видно, значит, при возрастании. And by keeping the temperature at this 18 degrees Celsius, also causes that your pH stay at a stable number. То есть при поддержании краски на температуре 18 градусов, то линия у нас pH остается более-менее стабильная. So we also looked during this test what it would do with the viscosity. So this graph is still the same, but when you look to viscosity, when the temperature is going up, the viscosity is going up as well. Что происходит с вязкостью краски при повышении температуры? То есть здесь, сказать, на левом графике та же самая, как бы, ну, температурный график краски, и справа поведение вязкости в краске. And so it changed from 18 seconds all the way up to 26 seconds, where when we keep the temperature at an 18 degrees, it's stable again. То есть при мы видим, что вязкость резко повышается при повышении температуры краски, и если мы соблюдаем температуру краски на 18, то вот черная линия, это, так сказать, вязкость краски остается стабильной. And all this is done without additives to your ink. И при этом мы не добавляем туда ни какие-то добавки, ни воду, как мне тут рассказывали. Я говорю, что вы делаете? Мы, говорит, идем со стаканчиком воды. Это нормально. So therefore we say if you control the temperature of your ink, you will have a stabilized viscosity and a stabilized pH. То есть простой контроль температуры краски нам дает сразу два как бы положительных фактора. Мы стабилизируем вязкость и стабилизируем pH краски. Which results in a consistent printing process. Таким образом мы, так сказать, обеспечиваем сами себе постоянно качественный процесс печати. Here's a simple graph of how it's вот working. Система выглядит совершенно просто, как вы видите на этом рисунке. We take the ink from the ink bucket into a heat exchanging unit. То есть из ведра. Almost done. Вот мы берем просто эту краску из ведра. From она here we, автоматически перекачивает. From here we're deciding if we have to cool or to heat the ink. Она автоматически перекачивается как бы, ну, вот в некую емкость. Здесь измеряется ее температура, и сама система определяет, что нужно сделать с этой краской, нужно ли ее подогреть, либо нужно ее охладить. This unit will only monitor in viscosity and pH, and from there it goes into your chamber system or your inking system of the machine. Затем как бы вот устанавливается следующая как бы емкость, через которую проходит краска, она еще на всякий случай проверяет вязкость и pH. И после этого отправляет краску на машину. Это все происходит очень быстро. So for this system, there is no need for an operator to set temperatures. You set it once and you leave it there. То есть эта система, работа системы не требует вмешательства оператора. We can cool the ink from as high as 30 degrees Celsius to 20 degrees Celsius in less than 5 minutes, but also heat it from 10 degrees to 20. Значит, охлаждение, либо опять-таки подогрев краски, вот, допустим, охлаждение с 30 до 20 градусов происходит меньше, чем за 5 минут, и, соответственно, подогрев там тоже буквально за 5 минут. So then, thank это you for максимально. Your time and attention. And please visit us at the booth number. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, мы готовы на них ответить. Если они у вас возникнут позже, приходите к нам, пожалуйста, на стенд B301. Мы вас ждем.